О профессиональных качествах, социальной деятельности и трудностях специальности. В рамках партийного проекта «Моя будущая профессия» в Одинцовской школе номер 1 состоялся мастер-класс по профориентации молодежи. На этот раз ребятам рассказали про профессию юриста. Лично от себя я буду рассказывать о своей трудовой деятельности, в каких сферах деятельности хозяйственной я работала. То есть я объясню деткам, как можно себя попробовать и там, и там, и там. То есть имея какую-то специализацию, допустим, как у меня гражданско-правовую, можно себя попробовать в различных сферах хозяйственной деятельности вот в нашей стране. На мастер-классе профессиональные юристы и депутаты-единороссы поделились своим опытом работы и ответили на интересующие вопросы. Вике нравится история и обществознание. Их она будет сдавать в 11 классе. В будущем школьница хочет заниматься юриспруденцией. Я, наверное, выбираю, как все выпускники, сначала по школьным предметам. История обществознания – это классические предметы для юриста. Также в курсе обществознания мы проходим право. Оно меня очень привлекло, и поэтому я приняла для себя такое решение. В Одинцовском округе еще запланировано много встреч с подростками. Следующий мастер-класс будет связан со сферой автодела. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».